Международный женский день традиционно был отмечен множеством торжественных событий. В Десногорске самым массовым из них стала праздничная программа в Центре культуры и молодежной политики, которая прошла в преддверии праздника 5 марта. Весеннее настроение ощущалось уже в холле здания. У нас проходит мастер-класс к акции «Цветы для мамы». Мы их делаем с любовью, своими руками, из гофрированной бумаги. Сделать это может каждый. Предстоящий женский день, а также годовщину общероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе» волонтеры отметили своим новым мероприятием «Вам, любимые». Представительницам прекрасного пола всех возрастов были вручены тюльпаны ручной работы. Здесь же можно было и пройти мастер-класс по изготовлению этого подарка. А фотографию на память о вечере предлагалось сделать в специально оборудованной фотозоне. Замечательные акции дарят радость, женщин вдохновляют, быть красивыми, счастливыми, весенними, радостными. Очень интересно, очень по-праздничному. Сценой для основного события праздничного концерта «Вам, любимые» стал киноконцертный зал. На мероприятие пришло более 200 горожан, в том числе представители городской администрации и местных организаций. А специальным гостем стала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Женщина по своей природе – берегиня. И очень важно сберечь уют, сберечь комфорт, сберечь тех, кто рядом. И пусть сегодня у каждой из вас будет много счастья, много радости. Программа праздничного концерта к Международному женскому дню включила в себя 26 номеров, участие в которых приняли почти 100 человек. Это как представители творческих коллективов и ансамблей, так и сольные артисты. А главным посылом выступлений, независимо от жанра, стали признание красоты и заслуг виновниц торжества. Ведь 8 марта остается тем праздником, когда комплиментов женщинам не бывает слишком много.